Блин, язык обожгла, вообще не нравится это. Ты что, Поехали. пельмешку пробовала? Нет, ничего не крутили, мясо, кажется, не разморозилось еще. Господи, не скажи там, у тебя РТ, все дела. Ну вот завтра буду крутить. Завтра же РТ ну, не завтра, будет, ладно. Надеюсь. После РТ такая невыспавшаяся, и начинаешь пельмени крутить, да? Зачем? Нет, сначала мясо нужно покрутить. Туда лучок погрузить. Чего вы делаете с мясом? Зачем вам крутить? Фарш делать? Или что, прям куски мяса ложить в тесто, я не знаю. Моя работа мясо перекрутить. Причем тут крутить мясо и фарш? Ну, мясо когда крутит через мясорубку, то получается фарш, кажется. Она же электрическая. Я электрическая, блин. Она не электрическая, она у нас. Обычная. Обычная. А называется Настя 2000 Pro. Какой инст первый? Настя самая сильная рука на Диком Западе. Мне Протеус пишет такую тему, что у него, короче, он скачал мой аддон, и у него удалились все аддоны. Даже папок, говорит, не осталось. Что делать, пацану? Ctrl-Z. Да какой Ctrl-Z? Да, вот он, значит, дурачок как-то не так скачал. Как может аддон удалиться? Вот ты скажи, может он на какой-то XXXI зашел, где ему там все сразу удалили, я не знаю. Нет, почему? Который в Дискорде я скидывал. А какой? Да все норм. Хэмер, который ближайший. Все с ним. Где он? Ближайший от портала. Так. Я чувствую, что вы там на БГ без меня. Не, прям обидно становится. Ой, тут же этот. Вот, сегодня с Фуриком пообщалась, 208. Блин, нам нужен он в гильдию. Надо было его в гильду пригласить. Хотя сначала он меня звал в гильду, то я такая пойдем к нам в гильду. Так. Кто пойдет остров делать? Я пойду сферы полутаю, как обычно. Сферы. Тут же этих бичей надо убить. Я надеюсь, я в рейде буду один полипал. Не знаю. А я надеюсь. Там один Лакрим такой есть, который пересел с Лакрима сначала на Эрдру, а потом с Эрдру на холипала. Заебись. Ну все нужно ему. ГП, у меня макро стоит, только прав нет. Ты видел, я сегодня накидывала Войду 100 ГП. Пан. Базуки видел, накидывала. Это рофл был. Это рофл, да. Я ему не с ним не накидывала. Это я от руки написала. То есть не снимешь. Да я даже не накидывала их, к твоему сведению. Они так, для красоты. Не снимешь, да? Посмотри, у него как было 150, так и осталось. Причем 100 из них базовые. Ну зачем так делать? Зачем меня бить? Накинуть накинула, снимать не можешь. Я, короче, стояла, моба фармила, меня взяли и начали бить. У меня там хп мало было. Кто так делает вообще, не пойму. Я не накидывала ему ГП. Это просто было сообщение. Можешь посмотреть... А кем ты оправдываешься, я не понимаю. Че, он прикалывается, что ли? Кто? Пан. Да он вообще молчит, сидит. Так это Бигвар говорил или Ёж? Не знаю, я молчал. Я вообще чай пью. Так, я пришел, что там? Ну там говорил. Что там надо вопрос? Сейчас я расскажу. Кто-то зашел, Настю растроллил, короче. Теперь Настя недовольна. Да ладно, саму Настю расстроили? Да, кто-то вот какой-то негодяй. Ну кто такой смелый, а? Да тоже непонятно.
пытаемся разобраться в этой непростой ситуации. В натуре твою девчонку обидел, а? Проваливайся. Ёж, будь мужиком, признайся. Признаюсь. Чё? Я съел ваши печеньки. Нашёл, который кусался. Но у меня маны нету. Быстрее на остров топайте, меня тут бьет. Вот тут давай, Пати. Пати. Не бьют, плюс они в чат. С рядом бегать. Тут какой-то рога был, и паладин напали. Вот я Е написала. Ты, честно, они уже убежали, но если что, можешь остаться. Да, сейчас я это, что квесты все возьму, буду проходить тоже. О, норм. Если хочешь, останься. Останься просто так. Ну ты певец, конечно, оперный. Да, я такой. Два уха на оба наступили. Тогда мне на три наступили сразу. Откуда у тебя третье ухо? Ты не знаешь, оно кое-где есть. Девушке нельзя задавать два вопроса. Какой возраст и откуда третье ухо? Возраст? А чё спрашивать? Чё стесняться? Обычный возраст. Мне 94, да? Я каждый раз, когда у бабушек спрашивала на улице, сколько вам лет, маленькая была, они говорят, ой, ты что, мне 18, а мне 16. А бабушки под 100 лет такие, а мне 16. Реально, вот бабушка была 93 года и все время говорила, что ей 18. И вот только когда она умерла, перестала на улице появляться, бабушка мне сказала, сколько лет. Эх. Зато какая память, смотри. Мне очень интересно, если бы бабушка умерла, но все равно стала бы появляться на улице. Какой-то странный. Да. Слушай, ты уже ног делаешь, что ли? Я сферы лутаю, ты придешь сразу и за ним. Только ни с кого не падает. А, потому что я квест не взяла. Шарни? Точняк. А у меня его пока нет. Сейчас бегаю. А я уже 5 накупила, думала, все, кое сделаем. Молодец. Да. Так. Начнем, значит, с ног, да? Ну ладно. Обычно просто кого зову на остров, я заранее так кормлю, чтобы пришел, все. Все сделали. Да. Меня это, на самом деле, так бесит ПВП-остров. Понатыкали стражей, каждый, блин, вот просто... Это, короче, это знаешь, это в прайм-клубе пожаловался челик, задонативший 33-ю лоялку, говорит, блин, бьют меня вообще. И натыкали миллионы бабов. Братан, тебе не нравится, газуй всеми краями, лёп, а над заборами беги, тебя никто не тронет. Райс тоже жаловался. Чё, наг бьём, да? Наг, да, бьём. Шарни квест. А как он называется? Так, чё там? Зачистить что-то залив же. Ботаника. А, да, ботаника. Там ещё, по-моему, что-то надо будет. Какую-то хуйню лететь в пустоверти нажимать. Зачистить залив единожабрых, как-то так назывался. О, спасибо большое. Так и Аркатрас, по-моему, там не? А, не, Аркатрас сам не надо. Я тебе кулак бафнул, короче. Ты бесподобный. Стой, я кидаю. Мне засчиталось. Всё, двое. Заебался себе иннер и хуярить. Вы куда там пошли? Да мы Аркатрат. Ботанику чистим. Ботаника? Ужасный инст. Да. Давай. Да, кидай. Я тоже кинула. Ой, один.
Это что, мы нормально вообще? Да. Сюда. А тут. Да. Только без меня не езжай. Пошла. 8 штучек. Еще 2. У меня есть сверка. Сейчас я. Блин, эти разбежались. Ой, я еще и убила их. Ой, я бегу. А это не ты. Как ты себе пятую? Ты задонатила, да, пятую лоялку? Я не донатила. Никак. Как ты получила? Наголосовала. Да, не подарили, наголосовала, да? Да. Мне КД, блядь, повешал на мое заклинание, сука. Такая вот сова серьезная, видишь, как это делается? Вообще. Так, я тебе кого еще нужно бить? Ну мне ключи надо еще 3 ключа сейчас выбить, я что их убиваю, мне ключи не падают, не понял почему. Квест брал? Да. Сейчас запрю. Еще одну. Так. Пал с этого? Да, есть один. Сейчас. Сколько тебе еще нужно? Еще 2. Сейчас загрю. 2 загрю. Ты танк или хилер? Я Ретрик. Но могу быть хилом. Отражение, блядь. Сам себя ебанул. Нихуя себе. Пиздец. Солидный гнев прилетел. Так, один выпал. Еще один надо. Какой-то невезучий. Я 3 сагрила себе, 3 убила и со всех упала. У меня тоже так было, пока с тобой в пати не вступил. Да, да, да. Так, все, ключи все открываем. Ты кристалл юзанула? Да. Сейчас, подожди меня. Я пока туда сбегаю. Слушай, так а ты чё это сделал? Квест какие сделал? Ну вот только здесь 3 сделала часть. А, ну все, сейчас, подожди меня, давай сейчас вместе пойдем. Так я еще не все взяла, поэтому говорю сейчас. А, давай, бери. Слушайте, а Роги вчера сходили, да, там? Кто сходил? Роги вчера ходили в Накс 25? Накса вчера не было. У СОК было, да? Угу. Печалька. Я думал, Роги вчера сходили в Накс, а я сегодня схожу. Думаю, вот это классно. Всех обманул. Ничего. Если приор есть, заберешь матку. Если нет, то что? Заберешь. Что ты говоришь? Приор, приоритет. Что вы делаете? Так, ты где? Да я уже все, побежали туда, побежали в эти час. Давай быстрее сделаем. Тогда побежим. Так, о, вот этих вот взял. Так, мне еще один клочок маны. Стой. Чё там? Бутылку пью бездонную на ману, блядь, пока дай. Сюда. Да. Если тоже алхимию включал на ДК.
Слушай, подбегай сюда ко мне, подтягивай ко мне, чтобы этот квест зачитал тебе. Действительно. Я тебе сейчас такой трэш приведу. Ой, один отведился. Бежим сюда. Да, сейчас. Да, я что-то случилось, что такое? Я телепортировался. Куда? Не было вопроса. Может, надо меньше задрочить? Согласен. И на чём нужно задрочить? Но с банкой вообще нормально теперь. Фу, бана. Ну что, дальше пост? Побежали. Сейчас еще приду, если смогу. Сюда, Винни. Ну, давай, сегодня. Подлюка. Что-то мне кажется, или они телепортируются? Нет, два вот забрали, все, плюс два. Не, телепортируется просто. Мое. Все, у меня кусты все. А у меня нет. Ой-ой. Вон еще последний караульный. Давай, бери. У меня пыли очень. Вот эти четыре. Вот одна есть. У тебя пыль вся? Да, пыль. Езжаю? Да, давай. Блять, а куда? Так, у меня еще одна крыльня подошла. Ой, я вижу. Что, все у тебя? Да. Все, полетаем. Нет, вот этих вот поселедки. А этих пойдем. Ты не делаешь, да? Я все, весь остров делаю. Ну, тут что-то как-то ты странно. Ну, я туда, я обычно сразу на полеты бегу. Ну, не знаю почему, как-то так. Сейчас я лучников приведу. Да, ведь бьют же меня. Да, ты не агри на меня. Ну, я вы... Ой, мама, нет. Баба? Да. Не, какой баба, он в коме. Плюс я крови прижал. Что, бегу? Чё там? По-моему, в пустоверть надо будет как-то. Есть у тебя портал? Портала нет. Сейчас получается, чё, надо лететь до Шатрата, там, до Лоран. Да нет, вроде. Сейчас глянем. Там сдавать надо вдали этому чуваку. О, слушай, а есть чем похилить, а? То у меня что-то еда закончилась. Я хильну. Я тебе даже хавчик могу на ап дать. Дай. Сама делаешь? Да. Иду пока. Год. Бля, я потерялся. Где выход? А, вон. Чё, ты портанулся? Это чё? Ну, если полетка открыта, то я когда делал отсюда летел. Да, что-то... до Лорана. Так, нам нужно еще один. Ну, там получается вот этот, в Моногорн любой приходишь, и там, короче, будут эти значки надо нажать, короче. По квесту.
Я, короче, когда первый раз такая думаю, ой, откуда, как рандомно нажимать? Короче, сдохло. Они ж бьют еще. Я уже не знала. Короче, первый раз не так сильно, думаю, ой, больно бьет, хильнуло. Второй раз, второй сильнее, третий сильнее, и я подохла, короче. Так, 6 призывателей. Да. 1 рыцарь крови. Так. Вот что-то больше получилось. Ну, ничего. Так. Два призывателя. Три. Что, взял квест? Да, кристалл расширения. В пустоверте. Так, а тут можно даже сумануть, но надо тут найти кого-то здесь. Бля, где камень этот ебучий? Давай, под мост, да? Ага. Камень не могу найти. Сейчас подойду. Блин. Где камень-то? Я что-то не помню. Где он, сука? Уже недалеко должен быть. А, вот он, блядь. Он добежал, флаг. Иди прожимайся. Прожимайся, пока он бегает там. У меня эфир еще. Так я ж кинул. Все, прожал. Да я же быстрее пролечу. Все уже сумоним. Ну и все, я могу. Да, блин. Все, полетаем? Нет или что? Угу, осталось только полетать. Слушай, ну с тобой быстро, что, броня есть? Со мной чуть... Я один как-то под... Туговато мне делать это. Ну, в два ретрика обычно тут фигач. Идешь, идешь, нет, я уже готов взлетать. Взлетать, три, два, раз. Где? Нет? А, бегу. Я улетел, а шаман такой говорит, ох уж эти паладины педикюрши. Ох, куда? Он думал, на ну, на дальнюю. Не на корабле, а на дальнюю туда. Готово? Он думал, ты не полетел, короче. Первая строчка. Да, первая. Готово? Да. Раз, два, три. Ну, пойдет. Серьезная у ребят там тема идет. Ну да, если вместе не полетишь, не засчитают. Какой-то жесткий набор в гильдию идет, блин, пан там сидит, о, этот вас сидит, добирает. Да, он сегодня весь день спамит, кстати. Блять. И Аполлоникс такого покидает гильдию. Хорош. Чё за Аполлоникс?
Забыл в такой... вот недавно. Сука, я вообще в аху. Как там? Ты еще и роль ему дал, ну нахуй он покидает, блядь, дебил. Ну я вижу его. Все, готово, поехали. Все сделали. Нет, еще два. Ну, два. У меня два еще. Ну да, из 12, два из 12. Наверное, я. Там сзади большого-большого босса два убила. Ладно. Я все, я не смогу полететь. Ну, ладно, полетели на корабли тогда. Нет, ты сюда, я пойду быстро сдам. Ну давай я еще раз пролечу, а ты пока квест-эзар, да? Или как? Ну да, мне еще нужно переплавить оружие в руду какую-то там. Я этот... Аутленд уже сделала. А, ну молодец, что, и переправлю. Ну на корабле-то...